Вам понятно? Я говорю, понятно, ты сейчас пойдешь опять таскать детали. Никуда не отходи, тебя не накормить все равно. Вон там храм, повернитесь туда. Господи Боже наш, слава тебе. Прости нас, Владыка, и благослови. И пошли в разумление взрослым и детям, чтобы мы не были во вред друг другу. Прости наше небрежение в воспитании детей. Помилуй, Господи, эту несчастную страну, лишенную истинного понимания цели жизни. Воззри на правителя, на патриарха, даруй всем духовное рождение свыше истинное крещение. Просвети эту несчастную Русь. Приготовь ее к великим и страшным испытаниям, грядущим на вселенную, за отступление от тебя. И нас помилуй, ибо мы виновны в этом. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Это вот он взял тяпку в дверях, поставил ее, дети бегут лезвием кверху с наклоном. А следующая, вот она бежит босиком, подойди. Если бы мы вперед не прошли, значит, нога полностью была бы разрезана. Это вот этот вот герой. И вы что-то увлекаетесь ими. У него ничего нету. Нету ничего, потому что нет молитвы. Нет страха Божия. Он пробыл месяц, и с него как с гуся вода все сошло. Сестра, вот его родная сестра. У нее ни одного, даже замечания ни одного нету. А они еще дома гнобят ее, долбят. И за нее мне страшно, потому что разный возраст и другой пол. А тут понятно, что может быть. Молиться надо, это одержимость бесовская. Ты бы что ни делал, все опасно. Пилу взял, значит, ты играешь. Если ее бросил, она обязательно зубьями кверху, чтобы напоролись. Не надо, чтобы ты убивал кого-то. Достаточно, что ты появился, чтобы смерть впереди тебя шла и смахивала на пути все. Прости, Господи, и помилуй. Так, идите на свои места. Тяпки возьми на учет и наведи порядок. Это твоя пасха. Значит, ты больше тяпку не получишь. Вот смотрите, особенно за этим. Вот этот вот. Туда не заводили их? Нет. Туда не заходили. Они вот тут пошли. Так, я сейчас и зайду туда, маленько дам вот смородину. Вот девочка работала. Обещал. Посмотрите на нее руки. Вот она работала. Она работала. Не разгибаясь. Это было, по-моему. Вот она работница, потому что. Вот они, ручки у нее. Покажи, какие. Она уже помыла. Я там чуть-чуть помыла, но мне все. Да еще и замыла. Пройдемте вперед. Так. Ну все, дядя Володя, работайте. Мы там породим.